Главное управление МЧС России по Мурманской области подвело итоги за первое полугодие. Сегодня мы проводим подведение итогов за первое полугодие 2013 года. Проводим подведение итогов по вопросам нашей основной деятельности. Это надзорная деятельность. Это надзорная деятельность в области пожарной безопасности, надзорная деятельность на водоемах. Вот мы должны подвести итоги, посмотреть, скажем так, промежуточный такой отчет, вот что мы за полгода достигли, чего добились, в чем у нас есть проблемы, ну и, в общем-то, двигаться дальше к годовому уже подведению итогов. Началась встреча с поздравлений. Лучшим за добросовестную службу и выслугу лет вручили медали и грамоты. Итоги работы управления таковы. Пожаров в этом году было больше. Каждые 4 дня поступал вызов на пульт дежурного. Всего же спасателями МЧС отработано 6 тысяч оперативных выездов. Ну а о защищенности населения можно говорить со 100% уверенностью. Сегодня в регионе работает более 4 тысяч сотрудников МЧС и более 500 единиц техники.